Вторым отделом по расследованию особо важных дел регионального СК по материалам, предоставленным УФСБ России по Тверской области, расследуется уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. По версии следствия, не позднее 2015 года в рамках реализации проекта «Инжиниринговый центр «Зеленая химия» руководители компаний нескольких обществ вступили в сговор при проведении аукционов и конкурсов на закупку оборудования и оказание услуг, обеспечивших их победу и заключение государственных контрактов. При реализации проекта между Высшим учебным заведением города Твери и одним из обществ был заключен договор, согласно которому общество обязуется передать центрифугу производства определенной фирмы стоимостью свыше 10 миллионов рублей, однако в период с ноября 2015 по июль 2016 года было организовано приобретение бывшей в употреблении центрифуги иной марки стоимостью чуть выше 1 миллиона рублей. С указанием на табличке корпуса центрифуги заведомо недостоверных сведений о производителе, о серийном номере и времени его производства, после чего данное оборудование было поставлено в высшее учебное заведение и оплачено по указанному договору. Кроме того, лицами обществ организована поставка в высшее учебное заведение хроматографического комплекса низкого давления стоимостью порядка 3 миллионов рублей, конечная стоимость которого умышленно завышена до 8 миллионов 780 тысяч рублей посредством совершения фиктивных сделок купли-продажи комплекса между подконтрольными и аффилированными между собой обществами. Также в рамках проекта по созданию и развитию инжиниринговый центр «Зеленая химия» производились выплаты сотрудникам научно-исследовательского института, которые обманным путем присваивались его руководителям, в результате чего были похищены денежные средства федерального бюджета в сумме свыше 4 миллионов рублей. Следователем Следственного комитета допрошены работники общества и высшего учебного заведения, задействованных в реализации проекта «Зеленая химия». Назначена и проводится оценочная бухгалтерская, химико-технологическая судебная экспертиза. Сотрудниками второго отдела по расследованию особо важных дел областного СК во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Тверской области в Москве проведены обыски по местам регистрации проживания фигурантов, а также в офисных помещениях под контрольных им юридических фирм. Изъяты предметы, документы, а также электронные носители информации, которые могут иметь значение для расследования уголовного дела. По окончанию обысков 4 фигуранта задержаны и допрошены в качестве подозреваемых. Расследование уголовного дела и закрепление доказательственной базы продолжаются.